Подранчник крок по кроку. Позже Маеден. Лекция девятнадцатая. Урок девятнадцатый. В Шенде добже, але в дому найлепей. Везде хорошо, но дома лучше. Новые слова, новые слова. Пшепровадзаще, переезжать, Заспать. проспать, сдажаще, случаться, происходить. Jeśli chodzi o, jeśli lecz idzie o. Część A. Nie mam gdzie mieszkać. Część A. Mnie nie gdzie żyć. Na początku posłuchajmy dialog. Jest poniedziałek. 1040. Zdenerwowana Angela wchodzi do szkoły. Ty? Spóźniona? Co się stało? Javier, o nic nie pytaj. Bo zaraz eksploduje. Oho, to musi być coś poważnego. Słucham. Poszłam spać o piątej rano, bo studenci, którzy mieszkają w mieszkaniu obok, znowu robili imprezę. I to jest minus? To idealna sytuacja. Nie musisz chodzić do pubu Nie ironizuj, proszę. Dla mnie to nie jest śmieszne. Jestem wściekła. Spałam tylko cztery godziny. Jestem potwornie zmęczona. Zaspałam do szkoły. To mi się nie zdarza. To nie jest duży problem. Dam ci moje notatki z lekcji. A jeśli chodzi o sąsiadów, można poinformować policję i To nie pomaga! Już zdecydowałam. Dzisiaj przeprowadzam się do hotelu. Dobrze przetłumaczymy ten dialog. Jest poniedziałek 1040. Czas poniedzielnik 10.40. Zdenerwowana Angela wchodzi do szkoły. Расстроенная, взволнованная Анжела входит в школу. Ты шпужнена, что еще стало? Ты опоздала? Что случилось? Хавьер Ониц не пытай, бо зараз эксплудуя. Хавьер, ни о чем не спрашивай, потому что я сейчас взорвусь. Ого, то мужчи быть цощ поважнее, го слухам. Это должно быть что-то важное, я слушаю пошвам спать о пьонтой рано, бо студенти, кто же мешкаем в мешканю обок, снова робили импрезы. Я пошла спать, и легла спать в 5 часов утра, потому что студенты, которые живут в комнате рядом, снова устраивали вечеринку. И то есть минус, и это минус, то идеальная ситуация, это идеальная ситуация. Не мучишь ходить до пабу, Тебе не надо ходить в паб. Не иронизуй, проще. Не надо вот своей иронии, пожалуйста. Для меня то не есть смешное. Для меня это не смешно. Есть там в щеква. В щеква это значит в ярости. Я в ярости. Спала только 4 годины. Я спала только 4 часа. Есть им потворне Я ужасно уставшая. Заспала до школы я проспала школу, то не сдажа. Со мной такого не бывает. То не есть дуже проблем. Это небольшая проблема. Дам чему я нотатки с лекции, а если ходи о сонщадов, можно поинформовать полиция. Это небольшая проблема, я дам тебе свои записи с урока, а если говорить о соседах, то можно проинформировать полицию и то не помага, это не помогает. Юж с децидовалом, дичай пшепровадзам ще до хотелю. Я уже решила, сегодня переезжаю в отель. Хорошо, и переходим к упражнению 2 «Проши узупелнич». Нам нужно в этот диалог вставить слова из рамочки. Заенте – занято, едноособовы то есть на одну особу, на одного человека, целый тыдень, целую неделю, отдих, и давайте послушаем этот диалог. День добрый, отель Смочаяма. джим, День добрый. Хотела бы зарезервовать покой с От От Mogę zrobić rezerwację od jutra. Dobrze. Proszę zarezerwować pokój od jutra na cały tydzień. Na jakie nazwisko będzie rezerwacja? Angela Brown. Gotowe. Zapraszamy jutro. Doba hotelowa zaczyna się od godziny 13. Cudownie, przetłumaczymy ten tekst. Angela dzwoni do hotelu, rezerwuje pokój. Angela dzwoni do hoteli, rezerwuje komnatą. Dzień dobry. Хотель Смоча Яма с ухом. Добрый день, это отель Смоча Яма, Драконья Яма, я слушаю. День добрый, хотел бы зарезервовать поку едноособовый с лазенком. Добрый день, я хотела бы зарезервировать одноместный номер с ванной. От кеды, от когда, если дословно. Анджела отвечает «От дичь, на вы тут зараз», то есть «От сегодня», даже прямо сейчас, то есть я бы хотела зарезервировать комнату сейчас, сегодня и прямо сейчас. Нестеты и дичь в шистке покоя, едно субовы сом заенты. К сожалению, сегодня все одноместные комнаты заняты. Мог изробить разорваться от ютра. Я могу сделать бронь от завтра. Добре, прошу зарезервовать покой от ютра на целый тиждень. Хорошо, тогда, пожалуйста, забронируйте мне комнату с завтрашнего дня на целую неделю. На яке на Бенди резервация? На какую фамилию? Анжела Браун. Готовы. Готово. Запрошаем ютро. утро. Приглашаем вас завтра. Доба хотелева, зачинаще от годины 13. Доба – это сутки. Вот мы видим в красной рамочке «доба» равно день плюс ноц. То есть это сутки. Сутки, отельные сутки, начинаются от 13 часов. Добже, идем и далее. Чвичане четыре. Прошу по слово с табельки. Здесь нам нужно слова из рамочки сгруппировать вот ниже в табличку. То есть мы здесь видим вопросы «яки?», «какой?». Например, «яки?», «какой?». А, то есть она хочет зарезервировать комнату какую? Яки покуй, едно особого. С чем? С чем? От кеды? Когда? То есть когда вы заедете? На як долго? На какой период? Как долго? На ктурым пенше? На каком этаже? И давайте разгруппируем наши слова. Яки. Какой? Едноособовый, одноместный, четыреособовый, четырехместный, триособовый, Двуособовий, трехместный, двухместный. Зачем, чем? С З чем? С З кліматизацією, с кондиционером, с видом на море, с видом на море, с доступом до інтернету, с доступом в интернет, с военком с ванной. Следующий вопрос. От кеды? От щроды, со среды, от утра, с завтрашнего дня, от дичь, с сегодняшнего дня, от пёнтку, с пятницы. На як долго на как долго, на ты день, на неделю, на уикенд, на выходные, на два дни, на два дня, на три на три ночи, на едном ноц, на одну ночь. И остатнее питание, последний вопрос, на пенше, на каком этаже? На портеже, то есть на партере или это вот первый этаж польский, на пятом то есть э, переводится как на пятом, но это на шестом, так как есть еще партер. Потом идет первый, второй, третий, четвертый, пятый, то есть на шестом. На первом, то есть по-русски, это было бы на втором. И на остатнем на последнем. Идем мы далее. Твечение пенч. Резервуем и месяц в хотелю. Прошу уложить диалоги. Это упражнение предлагает нам самим составить диалоги из предложенных слов. Мы сделаем вариант С. Вариант А и Б я вас попрошу сделать самостоятельно, придумать предложение о диалоге. И можете написать в комментариях, что у вас получилось. Итак, мы составим диалог С. День добрый, хотель, леща нора с ухом. Добрый день, это отель Лися Нора, я слушаю. День добрый, хотел бы зарезервовать покой четырехособовый с видоком на море и шнаданием. Добрый день, я хотела бы зарезервировать комнату на 4 особы, то четырехместную комнату с видом на море и с завтраком. В яким термине, на какой срок? От понедельника до пятницы. То есть на четыре дня. От понедельника до пятницы. Мам, шведный покуй с видоким на море, на четвертом, пенше, чи У нас есть отличная комната с видом на море на четвертом этаже. Мы помним, что у нас идет пентро, то есть идет нулевой, первый, второй, третий, четвертый, то есть это пятый. Вам зарезервировать. Так, прошу зарезервовать на назвиску Новак. Да, пожалуйста, забронируйте на фамилию Новак. Чипоку есть за шняданем? Это комната с завтраком. Натуральнее. Запрашиваем в понедельник от годины 13. Естественно. Жду вас, приглашаю в понедельник от 13 часов. Шведня. Идем и далее. Ченщ Б. В пошукиванию мешкания. В поисках квартиры. Цвечение 1. Прошу послухать диалогов и отповедить на питание. Увага! Можливе сом две добрые отповеди. Нужно послушать диалоги, ответить на вопросы и также может быть два правильных ответа. Но no, то послухаем те диалоги. Чи на певно спать в хотелю, ниж у мне? Так, мами, в хотелю бенде найлепей. Отпочне, Nie będę robiła problemu ani tobie, ani państwu maj. Ale może to dla nich nie jest problem? Zapytam. Nie, mami, spokojnie. Potrzebuję pobyć sama ze sobą w ciszy. Może pomogę ci się spakować? Dziękuję ci. Co prawda, nie mam bardzo dużo rzeczy, ale nie lubię się pakować i pomoc przyda się zawsze. Świetnie. Ja bardzo lubię robić takie rzeczy. To prawie jak pakowanie prezentów, o której mam przyjść myślę, że około trzeciej będzie w sam raz. Trochę ciemne masz to mieszkanie. Ciemne i zimne, bo okna są od podwórka i zwykle jest mało słońca. A ile metrów ma to mieszkanie? Jest naprawdę małe. Ma tylko 18 metrów kwadratowych. Jak dla jednej osoby to nie jest źle? Chcesz porozmawiać o mieszkaniach w Japonii? Tak, słucham. Chciałabym zamówić taksówkę na ulicę Długą 3. Czerwony świat będzie za 10 minut. Cudownie, prosłuchali cztery dialogi. Dajcie, poprowam odpowiedzieć na pytania. Pierwszy pytanie: dlaczego Angela chce spać w hotelu? Bo potrzebuje ciszy i spokoju i chce pobyć sama. Dlaczego Angela chce spać w hotelu? потому что ей нужна тишина и спокойствие, и она хочет побыть одна. Второй вопрос. Что любит делать маме? Любящая паковать и любит паковать презенты. Она любит собирать вещи и любит упаковывать подарки. Третий вопрос. Девчины спотыкаемся в дому Анжели около Чечей. Девушки встречаются в доме Анжелы около трех часов. Мешканья Анжели ест Зимная и темная. Квартира Анжелы холодная и темная. Номер пять. В мешканию нема солнца. В квартире нет солнца. Номер шесть. 18 метров квадратовых ма Мешкание Анжели в Кракове. То есть 18 квадратных метров – это квартира Анжелы в Кракове. Крак – то корпорация таксувок. Крак – это называется агентство такси. 8. Анжела мучит чекочна на таксувке 10 минут. Анжеле надо подождать такси 10 минут. Ну и надеюсь, то в услышим еще не бавим. Надеюсь, на сегодня это все. Мы услышимся не бавим вскоре, или вкрутце, в наступной ченчте.